Увековечить память советских и российских воинов, чьи имена остались неизвестными, страна отметила День неизвестного солдата. В Черкесске прошло памятное мероприятие, посвященное этой дате. Подробности у Али Баташева. Зажженные свечи и минута молчания в память о тех, кто погиб на 41-м километре Ленинградского шоссе в годы Второй мировой войны. И всех остальных воинов, чьи имена остались неизвестными. В документальном фильме подробная хроника того, как прах солдата из братской могилы торжественно перенесен и захоронен у стен Московского Кремля. Архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата» более 50 лет продолжает напоминать людям о подвиге героев, чьи имена остались неизвестными. Они есть в каждом народе Великой России, говорили выступающие. Я человек немолодой и помню вдов, которые ждали, когда я был ребенком. Эти вдовы ждали своих мужей, когда я женился. Эти вдовы ждали, пока они не умерли. Ребята, вот здесь у нас есть замечательный поисковый отряд «Подвиг». Отличившимся поисковикам вручили грамоты Министерства туризма и молодежной политики республики. Методист Зоя Давлетовна Псху была награждена медалью за поисковую работу. Награды от представителей власти и общественных организаций получила и руководитель поискового отряда Юлия Атлисова и многие другие. Я не знала ни своих прадедов, ни прапрадедов, потому что сама моя бабушка из приюта. Она не знала своих отцов, не знала матерей. И благодаря поисковому отряду «Книги памяти» я в поисках. Я хоть и долго сюда хожу, но я постоянно, ну, на каждых занятиях узнаю что-то новое, повторяю про то, что я прошел. Например, я раньше не мог ориентироваться по карте и, ну, не знал о разных обозначениях, но после того, как я сюда пришел, я научился ориентироваться по карте, на местности, ну и многого другого. В Карачаево-Черкесии насчитывается порядка 20 тысяч солдат и офицеров, пропавших без вести в годы Великой Отечественной. Из них 4 тысячи человек из Черкесска. Поисковики приложат все усилия к тому, чтобы эта цифра стала меньше. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.